Конечно, коррупция угрожает России значительно больше, чем угрозы Запада, там, не знаю, Востока, Севера и Юга. И, в общем, как бы, если бы я была президентом, что мне совершенно не нравится, если бы я была советником президента, которого президент слушает, потому что советник – это номинальная должность, то, безусловно, я бы толкала его в сторону борьбы с коррупцией и в сторону тем прав человека. Ну, может быть, в силу того, что я занимаюсь правами женщин, я считаю, что если решить хотя бы эти проблемы, потому что 53 населения страны – это женщины. Если с правами ребенка у нас хоть как-то Астахов продвинул, то женщины продолжают быть совершенно незащищенными. То как бы мы просто начнем совершенно по-другому развиваться.